Всем привет, друзья! Такой у меня комментарий был от подписчика. Покажи хоть одну банку помидор. Я снимала ролик, какие помидоры буду сажать. Не знаю, то ли подписчик не верит, что выращиваем и закрываем, и храним. То ли он закрывал по моему рецепту, и у него что-то не получилось, и все взорвалось. То ли просто интересно, любопытство, но я обязана ответить. Вот все же в квартире хранится, все по шкафам, по ящикам, распихано по коробкам, по балконам. То есть вот уже у нас январь месяц, середина, а мы еще и не начинали есть заготовки. Помидоры у меня есть вот такие с огурцами, а эти все помидоры в собственном соку. Вот, все помидоры в собственном соку. Не знаю, видно, не видно. То есть, вот так камера передает. Я специально положила, чтобы было видно. У меня все стоит прекрасно. Рецепты все на канале есть. Можете посмотреть. Если какие вопросы, пишите, я отвечу. Ну, и заодно решила показать, что в квартире у меня стоят не только помидоры, но и огурцы. Огурцы обычные, вот просто закрыты в банках, в литровых. Я большие банки не закрываю, потому что мы не съедаем. И огурцы с красной смородиной. По поводу огурцов с красной смородиной мне тоже пришел комментарий. Даже не комментарий, а благодарность с канала Натальи Маханева. Да, вот канал. Там как-то по-другому еще. Забыла. Ну, неважно. Канал Натальи Маханева. Она закрывала огурцы с красной смородиной по моему рецепту. Все у нее получилось. Сказала спасибо, очень вкусно. Даже с удовольствием кошки с собаками едят. Кошка и собака. Вот. Значит, про помидоры у меня спросил Николай с канала «Все для огорода». Вот, стоят прекрасно. У меня не все я еще вытащила, потому что много в шкафах и других, и варенье, и соленье, и консервации, и икра, и салаты, и все-все-все. В общем, зима уже перевалила на вторую половину, можно сказать, а мы еще ничего не ели. Вот, стоит все прекрасно. В квартире жара невозможная, на улице был мороз, нам отопление прибавили. Эти все мои банки могут стоять до бесконечности. Поэтому, кто закрывает по моему рецепту, не бойтесь, закрывайте смело. В условиях квартиры все стоит. Получается, если в подвале там где-то у вас есть что-то, значит, и еще и лучше будет стоять. Вот. Эти огурцы с красной смородиной без уксуса. Можно и детям, и стареньким, и маленьким. То есть огурцы и красная смородина. Там лаврушка, перец, укроп. В общем, то, что вам нравится. Огурцы я закрываю 2 раза кипятком, 3-й раз рассолом. Помидоры, простые помидоры закрываю. Не стала я доставать, лазить. Простые помидоры закрываю 1 раз кипятком, 2-й раз рассолом. А вот эти помидоры в собственном соку закрываю, сейчас скажу, 1-й раз кипятком, 2-й раз вот этим томатом и 3-й раз уже томат с добавлением сахара, соли, в общем, с рассолом получается. И закрываю, не стерилизую. Все стоит отлично, помидорки все там хорошие, вкусные. Когда буду открывать, сейчас у меня нет желания открывать, потому что есть некому. Вот. Как буду открывать, так покажу, как они там лопаются, трескаются. То есть пока вот так. Подписывайтесь, ставьте лайки, ищите рецепты на моем канале. Если кто-то не найдет, пишите. Всем пока!